Всем доброго. Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Мороз, хотела поснимать, яркое солнышко, но невыносимо, дыхание тут же перехватывает, а я в Ашане, пока не решилась моя проблема с кухонной тумбой, я решила ее временно заменить. Сейчас посмотрим, может, что получится, может, что подберем. Ашан Аксон рядом. В общем, я приехала за покупкой. Даже самые простые ящички, а-ля под вещи, просто прозрачные пластиковые, стоят 60 рублей в Ашане. Вот, пока больше ничего я не вижу, но то, что я хочу приобрести, будет как бы заменой кухонной тумбы, но временной. Просто штука для хранения вещей. Присмотрела я ее в Аксоне. Посмотрим, найду там или нет. Попутно посмотрю, что есть в Ашане. Блин, но меня такие цены не очень устраивают. И за 2000 комод пластиковый. Смешно. Что-то цены задраты выше среднего вообще. Ладно, ничего я тут не присмотрела, даже пофиг. Пойду куплю влажные салфетки и пойду в Аксон. Решила купить к чаю такой маленький тортик. Сейчас к нам приедет Надюха, она в нашей комнате ни разу не была. Хотим ее угостить. Сейчас пойду еще кофеечек куплю. Так, и зашел с покупками. В Аксоне тоже цены. Вообще на все это дело очень-очень-очень дорого. Ну ладно, то, что я хотела, я нашла. Ну вот, пока временно купила я такую этажерку, она под обувь, но она пойдет как бы сложить пока. И на нее такую вот штучку, чтобы резать. А потом в перспективе уйдет под вещи, когда мы найдем тумбу. Стоит она что-то 700 рублей. Все, упаковалась, еду домой. Надеюсь, руки не отмерзнут. Вот такое там яркое морозное солнышко. Погода обманчива, там очень-очень холодно. Хотя кажется, что птички поют и тепло. Неправда. Вперед. Ну, пока временно будет так. Thank you.
сейчас будем пить чай. Что, на нас троих прям делишь? Да. Что, норм? Норм. Но они все одинаковые. Ну все, убрались. До следующей недели. Мусор забираем с собой. Ну вот мы и дома. И если на Рылеево все усыпано песком, то тут даже намека на песок не. Вон, люди ползут. Сейчас и мы поползем. А на этом на сегодня всем пока.